Саня, да ёб твою налево, я тебе говорю, все нормально будет, просто дай мне поиграть в Майнкрафт, пожалуйста. Ха. Чё ха? Чё ха? Блин, может тебе денег дать? Ну давай вот я тебе дам, вот смотри, 25 тысяч рублей, пожалуйста, дай мне поиграть в Майнкрафт. Ха. Хорошо, не хочешь деньги, сраку деньги, сраку. Давай лайки, давай я тебе дам лайки, подписчики прямо сейчас поставят лайки, а ты меня пустишь в Майнкрафт поиграть, хорошо? Пожалуйста. Ха. Саня, ты явно не в порядке. Здорово, с вами я, Жека, и добро пожаловать в новую серию школы Майнкрафта в виртуальной реальности. Так. Вы под предыдущей серией набрали капец как много лайков, за что я вам говорю огромное спасибо. И именно поэтому я вас продолжаю учить выживать в школе Майнкрафта в виртуальной реальности. Мне Саня сказал, что пока вы не поставите лайк, новой серии Майнкрафта больше не выйдет, да, Саня? Ага. Видите, я вас не обманываю, это все Саня, он, конечно, не в порядке, но я вам говорю, лучше лайки поставьте, а то он мне не даст новую серию записать, поэтому ставьте лайкусики, а мы уже будем начинать. Ну, наконец-то, боже, наконец-то я могу похвастаться, что в Майнкрафте в виртуальной реальности у меня тоже есть алмазный меч. А то, блин, в реальной жизни у меня всегда был алмазный меч, а вот в Майнкрафте в виртуальной реальности появился только сейчас. Да, друзья, за серией я решил сделать все-таки этот алмазный меч, потому что я хочу быть опасным. Понимаете, я жесткий. Я же Жека, я должен быть жестким. Ну и, в общем-то, сегодня мы с вами продолжим выживать в этой клетке в Майнкрафте, куда меня посадили и не хотят отсюда выпускать, но за то, что мы проходим с вами различные ачивки в Майнкрафте, эта клетка увеличивается, и она на самом деле уже достаточно большая. И мне тут уже комфортно выживать, тут уже, знаете, можно побегать даже. Короче, круто. Если вы вдруг не смотрели предыдущие серии, то, пожалуйста, посмотрите их, кликайте на подсказку, потому что предыдущие серии были тоже очень классные. И в прошлой серии ко мне приходил мой друган Игорь, чтобы помочь мне пройти различные ачивки, и мы с ним прошли просто дохренища ачивок, и теперь у меня даже есть зачаровальный стол. Вы только посмотрите, у меня есть ферма тростника. Смотри, кстати, он вырос, можно его собрать прямо сейчас, потому что тростник мне сегодня обязательно пригодится, потому что сегодня мы с вами будем делать различные книжки для того, чтобы зачаровать наши вещи в Майнкрафте. Также у меня тут есть Саня, который немножечко не в порядке. Да, Саня, ты в порядке? Алло! Ты не в порядке, помни об этом. Ты псих чертов. Извини, я случайно. Мне тут Игорек оставил в прошлой серии тортик, поэтому давайте мы его покушаем. Как его покушать? Ну как вкусно. Просто объедение, а не тортик. Спасибо тебе большое, Игорь. И также, как я уже сказал, у нас есть теперь зачаровальный стол, в котором мы с вами сможем зачаровывать вещи. Но пока что мы зачаровывать вещи не будем. Вначале мы должны сделать книжные полки. А книжные полки нам нужны для того, чтобы зачаровывать вещи на больший уровень. Ну и плюс ко всему, у нас есть такая ачивка в Майнкрафте, где нам нужно сделать книжные полки. Вот она. Librarian, build some bookshelves to improve your enchantment table. My English is very beautiful. Fuck your bitch, motherfucker. Yo, yeah. Вот, поэтому сейчас мы... Где я? Поэтому прямо сейчас мы с вами возьмем немножечко досок. Мы возьмем немножечко досок и будем делать книжные полки в Майнкрафте. Но для того, чтобы сделать книжные полки, для начала нам нужно сделать немножечко листочков. Да, нам нужно сделать даже не немножечко листочков, нам нужно сделать дохренища просто листочков. Поэтому мы вот так вот выкладываем наш тростник и делаем просто дохрена листочков. Так, отлично, у нас есть 27 листочков. Вроде бы у меня где-то еще был тростник. Поэтому, о, смотрите, еще один вырос тростник. Мы можем взять еще тростника и сделать еще больше листочков. Так, отлично, у меня есть 33 листочка. В принципе, я думаю, что пока что мне хватит. Теперь мы берем кожу и делаем книжные полки. По-моему, для того, чтобы сделать одну книжку, нам нужна всего лишь одна кожа. Поэтому мы с вами берем, вот таким вот образом выкладываем наши листочки. Нет, подождите, как их нужно выложить? Как, чтобы... Не понял. Добавляем сюда немножечко кожи, и у нас получается куча книжек. Так, смотрите, мы можем сделать, в принципе, еще немножечко книжек, потому что листочки нам больше ни для чего не нужны. А хотя, подождите, у нас же Санек. У нас же есть еще Санек, а Санек у нас не обычный пацан. Санек у нас торгуется как раз-таки за листочки. Ну ладно, это мы сделаем уже в следующей серии, это не так важно, поэтому давайте для начала мы все-таки сделаем книжные полки. Насколько я помню, они делаются... Да как же они делаются? Вот таким вот способом.
способом. То есть нам нужно положить сюда 3 книжки, сюда нам нужно положить немножечко досточек. Теперь еще вот сюда немножечко досточек, вот сюда немножечко досточек, и вот сюда немножечко досточек. И да, ребята, у нас проходится еще одна ачивка! Ебой! 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 Наша клетка с вами увеличилась еще на один блок, и теперь, как я понимаю, я смогу или я не смогу? Тут был такой сундучок, я могу его теперь открыть? Вот срань тупая, а? Вот срань тупая. Извини, кролика, случайно. Как я понимаю, нам нужно с вами еще на один блок, то есть нам нужно пройти еще одну ачивку, чтобы открыть этот сундук, потому что пока что мы его открыть не можем. Извини, овечка. Так, ну ладно, в принципе, в сраку этот сундук. Теперь мы с вами можем поставить эти книжные полки. У нас всего 3 книжные полки, серьезно? Я вот такой вот бомжара, я потратил столько ресурсов, и у меня есть только 3 книжные полки. Ну окей, давайте мы поставим вот так вот 3 книжные полки, и теперь эти книжные полки будут излучать вот такие вот магические эффекты на наш зачаровальный стол. Офигенно. У нас с вами есть 30 уровень, и именно поэтому нужно вначале покушать, обязательно покушать. А теперь мы с вами сможем что-нибудь даже зачаровать. Но для этого нам необходимо еще взять лазурит, которого у нас, в принципе, дофигища. И теперь мы сможем наконец-то что-нибудь зачаровать. Давайте мы попробуем зачаровать алмазный меч, я даже не знаю, на какой уровень. Давайте попробуем зачаровать его на 6 уровень, и у нас смайт 1. Ну, смайт 1 это не круто. Ну ладно, окей, смайт 1. Смайт 1, серьезно, я думал, что-то получше нам все-таки дадут. Но окей, а если кирку на 7 уровень? Unbreaking 1 и efficiency 1, неплохо. То есть у нас теперь есть прочность и эффективность 1 на кирке. Теперь можно зачаровать еще нашу броню и отправиться в шахту, потому что у меня там для вас есть небольшой сюрприз. Всю броню я благополучно зачаровал, теперь я вот такой вот блестящий. Вы только посмотрите на меня, я такой блестящий, такой прям, просто, ну, просто красавец. Вот, и это еще не все. Лук я пока не буду зачаровывать, хотя, блин, мне кажется, можно и лук зачаровать на всякий случай. В принципе, я им не особо пользуюсь, потому что это сложно. Но, ладно, окей, мы зачаровали лук на Power 1, тоже, в принципе, неплохо. Но, ребята, перед тем, как мы отправимся в шахту, давайте мы возьмем наши эндерперлы. Мне кажется, что умные мои подписчики уже догадались, точнее, даже не то, чтобы умные, сообразительные. Сообразительные подписчики мои уже догадались, что мы сейчас будем делать, но если вы не догадались, то вы сейчас поймете. Мы берем наш огненный порошочек, вставляем его... Да ну что ж такое, что ж такой маленький верстак? Вставляем его в верстак и соединяем с эндерперлами. У нас получаются, ребята, эндерглаза. Для чего же нужны в Майнкрафте эндерглаза? Даже не знаю. Теперь мы с вами берем и спускаемся вот в эту шахту. Берем, бежим, бежим, бежим. Тигидам, 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 там-там, тигидам, 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 там-там. Я сейчас, блин, башка закружится. Хова! Так, отлично, куда дальше? По-моему, куда-то... Ух ты, нихрена себе! Здорово, 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 братан, здорово. Нифига себе, алмазный меч реально помогает. На, на! Отлично, ребята, кстати, у нас есть еще ачивка нанести 9 урона мобу. Вот она, но у меня пока не такой сильный меч, поэтому давайте мы будем дальше спускаться вниз. Опа, нифига себе, я нашел еще золото и лазурит. В принципе, я думаю... Ах ты ж, ах ты ж, ах ты ж, падла! Тихо, тихо, все нормально, нормально, нормально. Мобы, вы это, давайте поосторожнее будьте, потому что мне страшно. Ребята, вы только посмотрите, что я нашел. Я просто бежал и нашел какой-то спавнер. Охренеть, охренеть, охренеть. Вот это я сейчас вообще не понял. Охренеть, тут монстров. Охренеть, тут монстров. Пошли в сраку. Пау, 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 пау. Чел, нет, только не взрывайтесь, пожалуйста. Нет, нет, нет. Вы же взорвете спавнер! Тихо! 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 Твою мать, они взорвали спавнер! Вау, я нашел седло! Охренеть! Вот так вот оно все случайно и получается, вы понимаете? Я просто бежал и случайным образом нашел... Я нашел седло! Я нашел спавнер, где есть седло, а седло нам тоже пригодится для ачивки. Охренеть! Охренеть! Может, что-то еще есть? Ну-ка, получи сюда, гад! Получи! Иди сюда! На! Еще у меня есть пластинка, кстати, я не знаю, зачем мне пластинка, но, возможно, она мне тоже пригодится. Так, окей, скелетов мы тоже всех убили. Фух, я надеюсь, тут больше никого нет? Вроде бы тут больше никого и нет. Нужно немножечко покушать. У меня стресс. Так, ладно, это, конечно, все очень-очень здорово, но давайте мы все-таки выберемся отсюда, потому что я хотел вам показать немножечко другие вещи, потому что у нас сейчас есть более важная задача. Конечно, седло это тоже очень классно, а в следующей серии мы, возможно, пройдем ачивку с седлом, но сейчас, ребята, давайте мы все-таки спустимся вниз и сделаем более важную вещь. Так, тихо, куда? Вроде бы сюда. О, смотрите, железо, 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 железо.
У меня места в инвентаре, да, нету? Супер класс, супер класс, места нет. О, тыквы, прикольно. Еще железо. О, железо. Да, дорогие друзья, теперь мы можем с вами отправиться в Эндер-портал. Теперь мы прошли столько много ачивок, что я могу взять вот эти вот глаза Эндера и открыть нам портал в Нижний мир. Точнее, не в Нижний мир, а в Энд. Короче, в конец. Как он называется? Конец, короче. Не, ну в смысле, это не конец, это просто я открою портал в конец. Все. Мы можем, ребята, вставить сюда эти шарики. Оп. Твою мать. У нас не хватило глаз Эндера. Я немножечко математику, мама, и почему-то я прочитался. Твою мать, нам не хватает два глаза Эндера. Короче, ребята, теперь нам нужно обязательно убивать эндерменов. Правда, эндерменов я очень мало здесь находил. О, стоп, смотрите, еще один глаз Эндера. Откуда он здесь взялся? Это я его выкинул случайно, что ли? А, то есть нам не хватает всего одного глаза Эндера? Всего одного? А где? Может, он где-то упал тут тоже? Твою мать! Ну вот что это за подстава? Мне не хватает всего одного глазочка. В общем, ребята, если мы с вами найдем еще один жемчуг Эндера, то я смогу отправиться в Эндермир и убить дракона. Но это уже будет, я думаю, в следующих сериях. А пока что мы давайте добудем этот лазурит, который я тут нашел. Вообще, хрен пойми, откуда он тут взялся. Вот. А еще я слышу кучу монстров. Только хрен пойми, где они находятся. Алло! Твою мать, почему у меня полный инвентарь? А, это мы нафиг выкидываем. Лазурит, подбирайся. А теперь можно, в принципе, и покопаться дальше. Так, алло, что происходит? Так, я не понял, где эти монстры? Где они? Я слышу кучу монстров, но я не особо понимаю, где они находятся. Они где-то надо мной, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой. Будет сейчас офигенно, если там тоже найду какой-то спавнер. Это будет прям максимально круто. Так, тихо. Ага, вот, я слышу. Ах ты ж падла, там ведьма! Ведьма и криперы! Пошли в сраку! Вон! Я вас не звал, идите нахрен! Иди отсюда, ведьма, иди! Что ты не умираешь? Все, отлично, мы убили ведьму. Так, еще один зомби, пошел вон! Так, возможно, мы тут найдем еще какие-нибудь алмазы или что-нибудь еще. Но я не понимаю, где я вообще? Я тут был? О, вау! А, так я тут был. Серьезно? В общем-то, друзья, мне кажется, что эта серия получилась максимально продуктивной. Мы с вами прошли одну ачивку, и мы почти сделали портал в Эндермир. А это значит, что в следующих сериях я смогу отправиться в Эндермир и убить дракона, вы понимаете? Дракона! Охренеть! Просто это... Скоро я пройду полностью эту карту. На самом деле, нам еще предстоит убивать визора, кататься на свинюшке, делать еще очень-очень много вещей, поэтому я думаю, что последняя серия выйдет по этой рубрике очень и очень не скоро. Но тем не менее, друзья, ставьте большущие пальцы вверх. Как только под этим видео будет много лайков, я сразу же выпущу новую серию школы Майнкрафта виртуальной реальности. И мы посмотрим, смогу ли я сделать портал в Эндермир, вообще пройти эту карту. Поэтому ставьте лайкусики и подписывайтесь на мой канал и тыкайте на ваши колокольчики, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а с вами был Жека. Всем удачи и всем пока.